Do'stlar, mana Ufa shahridamiz. Ish kerak bo'lsa. Работы очень много, ждем всех специалистов. Наши двери всегда для вас открыты. Булар яхшы, берилят. Основной благоводительный керек болады, кейр. Рабочий сила керек болады. Благосклонство билан занимался керек. Квартиры иконали 15 000 узакызын. Йоу, э? Бүрде 10 йылдан шакашылыйыз бу компанияда. Долгошки яхшы. Бизде общий штаб, брат. Мен ичиде столовый, камерасы мен ичиде условиялары. Йотадгон жой, столовый. Ага. İşten kendi hamısı şeyde geledi. Yotok coyam şeyde, stalovimiz hem şeyde. Mesela Ufa şehrinde ama hiç kimse Melisa yalı bir nasıl demek geldi? Hakimet değil. Tekirim agen. Bugün yapsınlar ama şaşar oytular var. Sizge mekanik, teknikini düşüne digan, vaditiller kere. Kimde işi olduysa 100%'li şöyle gelir aslı işte. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Do'stlar, anchadan beri video chiqarganim yo'q, lekin hozirgi video juda ham masshtabli bo'ladi, chunki men Ufa shahridaman. Ufa shahriga ham bejizga kelganim yo'q. Ko'pchilik, masalan, ishdan aldanib qoladi. Ko'pchilik Rossiya shahrida ishlab pulni ololmaydi. Shuning uchun biznikilarga foyda bo'lishi uchun juda ham katta kompaniya Dortranstroy. Ozi ichkariga kiramiz, kattalar bilan ko'rishamiz, hamma haqida barcha ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Ushbu video rolikka bittadan like qo'yib, kommentariyada o'z fikringizni yozing va ish kerak bo'lsa, bemalol telefonlarga murojaat qilaverasizlar. Ketdik. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Рустам. Меня зовут Мухаметьянов Ильнас Исаевич, заместитель генерального директора по производству Дортранстрой. Присаживайтесь. Еще раз ассаламу алейкум. Добрый про день. Про компанию хотим много узнать. Что за компания, чем занимается, сколько человек работает примерно? Я вам расскажу о компании Дортранстрой. Дортранстрой занимается деятельностью в сфере строительства автомобильных дорог, капитальный ремонт автомобильной реконструкции. Также содержанием автомобильных дорог занимается, строительством искусственных сооружений, это мосты, эстакады, путепроводы. Наша деятельность идет с 2000 года уже. С 2000 года. Вот за нашу практику, за 20 лет, мы построили много крупных объектов, значит, реконструировали свыше 2500 автомобильных дорог, это по республике Башкортостан, а также в других областях. Так, нами произведено на сегодняшний день порядка 5 миллионов тонн асфальтобетонной смеси. Перевезено и уложено в земляное полотно порядка 25 миллионов кубов земли. Настолько масштабно. Настолько масштабное у нас предприятие. Немножко расскажу о предприятии. Значит, у нас на сегодняшний день работает порядка 2100 человек. Значит, это специалисты, машинисты, механизаторы, дорожные рабочие, АУП, административно-управленческий персонал, дорожные рабочие. Наша деятельность связана с реконструкцией, строительством крупных объектов, таких как реконструкция М5 в районе Аша, который имеет свою производственную базу, которую вы можете заехать посмотреть. Да, обязательно сходим, да. Посмотрим, покажем. Где людям есть условия для проживания людей, для питания, для отдыха после работы. Значит, там организовано душевые кабинки. Также полностью организован отдых после рабочего времени. То есть база имеет современное общежитие. Современное общежитие. Значит, для персонала у нас кухня, наверное, отдельно там. Да, организовано питание, столовая. Значит, мы принимаем таких специалистов, как машинистов-экскаваторов. Машинистов-экскаваторов у нас в данное время требуется такие специалисты. Да, у нас порядка 52 экскаваторов. Это
компании Komatsu, Hitachi, Dusan. Также есть потребность в связи с тем, что у нас стоят в этом году большие задачи по сдаче объекта, по реконструкциям, по строительствам автомобильных дорог. Это реконструкция М5, Бирста Субасадка в городе, городе Уфе. У нас улицы в районе Кузнецовского затона должны сдаться. Поэтому мы ищем, не ищем, есть потребность в специалистах по бульдозеристам. У нас порядка 22 бульдозеров. Есть потребность в автогридерах, в автогридеристах, машинистов. У нас работают автогридера марки John Deere, Lugong, DZ98. Также мы можем предложить вакансии на водителей автосамосвалов. Значит, у нас самосвальный парк оснащен марками Mercedes, Маны, Скани, также этот КамАЗы. Поэтому работы очень много, Требуются специалисты, Требуются специалисты, именно в дорожной сфере, которые могут работать на тяжелой технике, которые могут руками работать, да, у нас есть потребность в вакансии по дорожным рабочим. Поэтому мы всегда рады всем специалистам, которые приходят. У нас своевременная заработная плата, да, проживание. Мы можем помочь с оформлением документов при приезде в наш регион. То есть патент сразу можно оформить? Патент. Да, конечно, мы поможем оформить. Это очень удобно. Это патент. Весь жилье, патент. С патентами, да. Сразу. Обучения нету? Но мы думаем над этим вопросом. Мы прорабатываем этот вопрос. Может, и может, обучение тоже. Попробуем, да, и обучить специалистов. Если обучение было бы, еще круче было бы. Потому что многие хотят, допустим, работать в тяжелом технике, а у них как бы права или что-то, да. А они куда обратиться, как этот права получить, не знают. Если обучение было бы, еще было бы проще. Да, ну мы, конечно, ждем специалистов обученных, но есть вероятность, что мы будем обучать. Обучать? Да. Понятно. Если выделяешь тебя, беймало келишля мумкин, документ хабирлады. Яшаш үшін жойқы беріліпті. Онан таштары, я думаю, работа на, не знаю, на 10 лет, да, я как понимаю, еще больше, наверное. Да, даже больше, потому что республика развивается, области развиваются, Челябинск, большие стройки до Челябинска будут тянуться, поэтому стройки строительных работ много. Город Уфа тоже обновляется, готовимся к 450-летию города Уфы. Поэтому работы очень много, ждем всех специалистов, наши двери всегда для вас открыты. Поэтому ждем вас, ждем вас. Еще такой вопрос, мы можем сейчас сходить посмотреть, как идет работа, где люди проживают, какие техники, все это можем показать? Конечно, спасибо. Вы можете проехать, пройти, наши специалисты вас проводят, покажут все это дело, покажут объекты строящие, технику, проживание, как организовано питание, поэтому без проблем. Спасибо большое, сейчас сходим, покажем все. Спасибо. До свидания. Мои друзья, курдили, эштили, хамасыны, гаплашып чыктык. Компания беймалол Google-дан көрүшүлөр мүмкүн, жок Яндекстан. Жүдө эле масштабный катта компания. Хозур барабыз, şu M5 дорогада бөлүп өтө турган hamma işlerdi özümüz körüp gohu bölämiz. Ondan taşkarı şahardı hem obodonlaştırış bölüyaptı. O da yerde hem özümüz yurttaşlarımız işleyaptı. Boru bulablan hem gaplaşalım. Hanım önsem ketti dostlar. Dostlar, bana Ufa şahırdamız. Bana bu тротуарды көрүптү, жолду. Бу хамасын өзүбүздү юрттошла кылышыпты.
از همه بلند کورشیب تانیشی مسئله کوستم. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ishlaringiz sog'likmi siz? Bo'lyaptimi aka? Kayfiyatlar. Birinchi o'zingizni tanishtiring. Kimsiz? Qayerdansiz? Men Kosonsoy, Namangan viloyat Kosonsoy shahridan bo'laman. Ismim Dilmurod. Shu Ufa shahrida bizda bo'lsa 2020-yil kelgandik. Adelka bo'yicha ish olib borgandik. Shu rezultatimiz yo'q tishkili kelib, boshqa teatrni plitkaga ham bir kontrakt bo'yicha chaqirishdi. Приложение кылышты. Мына погонометрни көрүп турупсуз. 1000 погонометр, квадратный метр, бурчатка. Благоустройство бөлүнүптү. Бейде азыр бесцветни бөлөдөгөн жойлор бар, светный жойлор да бар. Ха. Бейде энди как авторский дизайн проект жөнөлүшүп алып кетилди. Шахар кандай хохлайбыз болсо, тепе томондон биз ошонго карап алып барабыз. Кыл берипсиңер. Алып барабыз. Иш бар, иш бар. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Oyliklar vaqtida. Oyliklar vaqtida xudo xolasa. Gap yo'q. Endi stroykani bilan stroyka uni problemi joy 1 kun, 2 kun, 3 kun haliga holatlari biladi. U texnik moment, u bo'ktiradigan joy. A tak hamma kim bolalar ishni joyida o'nlayapti. Oboryapmiz. Joy joyida. Mana ko'rib turganingizda bolalarimiz ham o'zimizni ishlab turibdi. Ish ketyapti. Akalar bilan o'zi tanishamiz. Bir tanishamiz. Ko'rsatasiz hammasini. Assalomu alaykum. Как вы? Алейкум салам. Все хорошо. Работаем. Познакомьте себя. Так, ну я являюсь сотрудником компании Одер Транстрой. Ага. Занимаемся, получается, строительством дорог, зданий, сооружений, ремонтом улиц, реконструкциями. То есть делаем город лучше. Красивее. Красивее. Понятно. Занимаемся устройством новых тротуаров, покрытием плитки. В данное время где ведется работа? Вот на время... одном месте или нет, на несколько? Производятся работы по всему городу, по всему городу. По всей республике Башкортостан, ага. Включительно. И даже в Челябинской области у нас есть объект огромный. Насчет компании, вот компания расскажите у нас чуть-чуть. Очень крупная, работает более 1500 сотрудников, самая крупная в Башкирии. Ага. Всегда востребованы люди в работе, потому что работы очень много, всем не хватает. Основная работа что? Вот плитка? Основная работа, да, это в городе у нас устройство новых тротуаров, устройство мощения плитки, замена бортовых камней, устройство технических полос и рекультивация. Основная работа, круто. Да, является по благоустройству территории, то есть круто. Ремонту дорог. А вот наши друзья, откуда они? Может, познакомите? Ну это наш друг. Ага, яхшимиз. Ишлариңиз соғлар, кайфиятлар. Бўли яптими? Юрисми? Ишлариңиз яхшими ака? Соғларингиз, кайфиятлар. Раҳмат. Қийналма йўлларда. Ўзингиз ҳақингизни ўзгина гапирбанг. Қайердансиз? Фарғоналикмиз. Менинг исмим Маъмуржон. Маъмуржон ака, Фарғонадан. Шу. Укаларим билан четда шунақа ишларни қиляпти секин. Битта бригадасизлар. Битта бригада. Фарғоналиклар. Фарғоналик ака. Зу, ака иш масаласини айтинг ўзгина. Иш бор постоянно, ёки? Ишларимиз бор постоянно, Худога шукур. Ага. Анчадан шака ишлаймиз. Пул масаласи чаги? Пуллар яхши, берилияпти. Энди 2-3 кун разницаси билан яхши, Худога шукур. Зато берилияпти, вақтида. Вақтида берилияпти. Гап йўқ. Худога шукур. Нима қилиш? Этап ёпиладига этап расчётда. А, этап ёпилади, 2-3 кун нима қилгинчор? Наряд ёпгандан кейин беришяпти, Худога шукур. Топширамиз. Бир нарсани сўрайди, мана Уфа шаҳрида яшаш қимматми ё арзонми? Йўқ, Уфа шаҳрида ҳамма шаҳрлардан кўра арзон ака, ўтта. Нимага? Biz kvartirasini nima qilamiz yaqin joyga kelganda ishga. Bir joyda ishlayvermaymiz, bu yerda bo'lsa bu yoqqa o'tamiz. O'sha joy yaqinroq joydan ishni nima qilamiz kvartira. 15 ming, 18 mingdan chiqib 2 xonali, 3 xonali. Kvartira 2 xonali 15 ming, 18 ming. Yo'q-ku. Shunaqa sotib olamiz yaqinroq. Yaxshi, shaharlarni ko'rdik, ammo boshqa joylarda qimmat ekan, boshqa nima. Piterda kamida 25 ming, 30 ming. 2 xonaliklar shunaqa narx. Mana shu yerda yaqinda turamiz, bu yerda domda. Aha. Yaxshi, 15 mingni olamiz oyiga, deb yashayapti. Tushunarli. Chiqib, farg'onaliklar hozir ishga ko'rayotgan bo'lsa. Hammasi farg'onalik ukalarim, degan narsa yo'q, Xudoga shukr. Gap yo'q. Hammasi o'zim radnoylarim. Hozir mana ko'pchilik bizni ko'rib turibdi-da, o'ylanadi. Ishga borsammikin, yo'qmi? Nima deysiz shu haqida? Endi hamma joyda tosh-toroz bor dedi-ku. Biz shu yerda 10 yildan shaqa ishlaymiz bu kompaniya bilan. Xudoga shukr, yaxshi, biz hali nima bo'lganimiz yo'q. Biror marta aldanmadinglar? Aldangan yo'q. Mabodo pulimiz ozgina qolib ketsa, o'zlari jo'natadi vaqt kelsa. Ha, yo'q-ku. Yaxshi.
Дустам, ана, акамызды өзіле іштепсілі. Шынақа, енді кімдәдір бар, бөп тұрады. Енді, әмін өзі шарайты еқара. Біздікі әқші онақа бөге, зор. Енді шы жойда бір кеп қолда айты ораман, енді мәне еді. Үйде бөсе ем, өзігіл халқ көреді, Өзбекистанда қамы кеп көреді. Ustalar bor. Aha. Juda yaxshi ustalar. Akalarga o'xshagan bor. Ertalab xudo qolasa turadi, ishini qiladi, abetni vaqtida rejim bo'yicha o'zini ishini qiladi. Shunaqangi ustalar nafimber tibob qo'yishadi. Ertalab endi aytish endi majburimiz. Haligimdan ichib oladilar. To'g'ri kechikmaydi. Ha, avans oladilar. Avans tugaguncha qarshi darshi bosadilar. Keyin beyga haligi vaqt o'tkazadi. 10 kun vaqt o'tadi, 15 kun vaqt o'tadi, 20 kun vaqt o'tadi. Qalonchi mana pulimni bermadi. Ha, nimaga bermadi? Desa hech kim qarshi qachon o'zini yomon demaydi. Yomon demaydi. Yomon tarafini aytmaydi. Qanotsiz farishta. Sizdan yasab oladi. Shunga haligi e'tiboringizni aytmoqchimanki, bavoda bolalar bir e'tibor bo'lib telefon qilib keladigan bo'lib qolsalaring Shunaqangi agar privichkalaring bo'lsa, iloji bo'lsa telefon qilmasdan qo'yaveringlar. Haliki ish qilaman, mehnat qilaman, uyimga 1 so'm, 2 so'm jo'natib bir oilamni, bir ro'zg'orimni ko'taraman degan bolalar, pajalisa menga kelib, men maro ishlab, mana uyda qatti ishlayapman, hamma yo'q prozrachni, men maro ko'rib ishimizni bo'taveramiz. Zo'r. Hujjatlar qanday, aka? Hujjat tarafdan qanday? Qiyinchiliklar yo'q. Hujjatdan qiyinchilik yo'q. Hujjat kelamiz, hujjat qilishadi, davlat O'zlari qilib berishadi hujjatlar. Ular tezlatib aytdim bizni, davay, davay. Xudoga shukr. A shaharda yurish qanday? Shaharda xudoga tinch. Bizni mana shu Ufa shahrida umuman hech qaysi nimalisa hali bir narsa demaganda, hukumat tekshirmagan hech qanday. Tekshirib ushlaydi, nima kamchilik, nima qilyapsan deb. Yaxshi, shunaqa yuribmiz. Dokument bormi? Dokument bor. Zo'r. Xudoga shukr. Dokument bo'lgandan keyin hech kim hech narsa demaydi ekan. Hamma yo'q. O'zingizlar hammasini eshityapsizlar. Kvartira arzon, hujjatlarni o'zlari qilib berishadi. Oyliklar o'z vaqtida 2-3 kun bu normal edi. Endi bor 2-3 kun. Masalan, biz tarafda Piterda 2-3 oy zadeshkalar bor-da, endi baribir pul masalasi. Bu yerda hammasi normal, sharoit yaxshi. Ufa O'zbekistonga o'xshaydi. O'zbekistondan ketding, kelmayapsan, chiroyli-da, hamma narsa bor. Aksto hammasini o'zlar eshityapsiz. Hamma yo'q ko'chada, qarang, bu yerda ofisni, bu yerda hammasi qadamida, hamma yo'q, bordi. Ko'p o'zimizni o'zbeklar yetishdi. Aka ham bir narsani so'rash esdan chiqdi. Xo'p. Qarangda, mana hammasini o'zingizlar qilasizlar-a? Bordyurdan tortib, mana shu joyda qilish kerak, masalan, bordyur. Hammasini o'zingizlar qilasizlar. Biz qilamiz, texnika olib kelib tekizlatib. Texnika berishadi, texnika tekizlaydi. O'zimiz ko'rsatamiz, polni bir boshdan, uni tekizlab, shu noligacha olib kelib, shunday tayyorlab beramiz. Endi bu yerda bir kunda qancha urish mumkin? Bir kunda ishlayman degan odam 150 kvadrat Kami 100 kvadrat deyadi uradi. O'rtashadi. 120, 150 kvadrat bo'ladi. Shu yerda bir savolim bor. Sizlar obyomni ishlaysizlarmi yo oylikkami? Yo, biz dagovorniki gaplashganmiz. Oylikka emas, nimaga ishlaymiz o'zimiz. Dagovorli. Obyomni? Obyomga ishlaymiz. Qancha ursanglar, shuncha pulni olasiz. Qancha ko'p obyom qilsak, shuncha o'zimizga foyda. Zo'r. Endi oylikka ishlasangiz, kun o'tsin o'tadi, o'ylaymiz, u kerak emas, bu oylikka. Nagir taq-taq-taq urib pulni olib Biz o'z ishlagan kelgan bolalar bo'lsak, ishlab, hozir bola chaqa kutyapti, endi ishlab ketaymiz. Gap yo'q. Obyomi ekan, zo'r. Bo'lganda O'zbekistonda shu yurib, ozgina qorin to'lagan yaxshi. Zo'r. Bu yerda sal o'tiray deb kelganmiz, shunga qarab ishlayapmiz. Ha. Gap yo'q. Dagovor yaxshi. Akalar, ish qiyin emasmi? Yo, realni. Ha? Qiyin emas. Ketyapti. Sog'inch qiynayapti. Uydagilar, uylanganmisiz yo'qmi? Hammaga ham yo'q ekanda. Zir, zir. Bola chaqa sog'inch qiynaydi, uzoqdamiz-ku. Ota-onamiz. Rizqimiz bor ekan, shu yerda terib ketyapti. Sami gram shu yig'lasizlar, bitta komandasizlar. Ha, yo'q, qarindosh. Abiyomni urasizlar, pulni olasizlar, uyga ketdi. Bir-birimizga yordam kerak bo'lsa, beramiz, bir-birimizga ish qolib ketmaydi. O'zimizning begonasi yo'q. Opa-ko'llar, bolalar hammasi begonasi. Sami gram oylik emas-da, to'g'rimi? Oylik emas, ha. Kuniga chiqib vaqt o'tkazish mumkin. Abiyom 10 da kechqiryapti. 10 gacha ishlayapti. Ishlayapsizlar. Farqi nima abiyom bo'lgandan keyin soqqani qilib, soqqani qilib, bu yerda yurish foydasi yo'q, uzoq qishda qolib. Yo, qaniydi. Uyda bor, bolachaqa ota-ona bilan mazza qilib, 3-4 oyda ham bo'lsak, yana bahorda sekin. Kelaveraman. Zo'r. Samadan kompaniya normalni. Kompaniya emas, spes o'zi biladi ishni. Hamon o'zining ishini biladi. Ketaveradi ish. Zo'r emas. Gap yo'q.
Sizlarga rahmat. Hammasi uchun. Ishlarga baraka. Oilalarga nima san bo'ladi. Sog' salomat, yaxshi kuchlar bilan yetib boringlar. Rahmat sizga ham omad. Gavro Abdushev bilan ko'rishak. Omad. Sog'bro. Aga hali yana kelaman men Ufaga. Konkretni oshimiz birgalikda. Bu safar ma'qul beraman. Barcha oshni beradi. Bizlar hamma biladi. Biz Farg'onadan Toshkentdan kelishib, boshqa joydan kelishib ishib ketadi o'sha shoxonalar. Do'stlar, mana biz shunaqangi joyga to'xtadik. Tabiatni qaranglar, tabiatni chiroyligini. Вообще bomba. Brat, biz qayerdamiz? Qayerdamiz biz? Biz hozir Dalli Mamed M5 trassada Chelyabinskga ketadigan yo'l. Aha. Bu yerda hozir bizlarda bo'layotgan ish Dalli Mamed texnika работа qildi. Основание асфальтка грунтовый пост подготовка bo'lyapti. Трамбовка, то есть ketyapti bizda. Каток, грунтовый каток и грейдер ishlab turibdi bizda hozir. Ekskavatorlar o tarafda. Ekskavatorlar tepada ishlab turibdi. Hozir yo'l qilinyapti, to'g'rimi? Bu yerda yo'l qilinyapti. Hozir например, birinchi sezonda bu yil 14 kilometrni уже полностью topshirish kerak bu yil. Уже дальнейшем уже этап-этап ko'rishamiz. Bu yo'l qayerga ketyapti? Chelyabinskga qarab ketib, через Лестон o'tib ketadi. Tushunarli. Hozir ham dalchi boramiz. Bu bitta berdi ish ketmayapti-da? Bu yerda bitta emas, bu boshlanishi. Bu boshlanishi. Bu boshlanishi. Dalchidan ish ketilardi, Moskva uchun borib ketilardi. Aha. Kurgovo uchun yo'l ochilyapti. Hozir Moskvacha bo'lsam boramiz. Moskvacha boramiz. Demak, qarang, men tushunishimcha mana bu yerda ekskavatorlar, buldozerlar bor. Buldozerlar. Mana shunga odamlar kerak, to'g'rimi? Shu narsaga hozir nafmir bizga mana gruntovi каток бор, грейдерлар бор, ҳаммасига нафаҳми бизга механик, техниканы тушунадиган водителлар керак. Кейин тоиз не только водитель, основно бизга водителлар керак бўлади, кейин рабочий сила керак бўлади. Благоустройство билан занимаса қиладиган, нивелирни тушунадиган бўлар, отметкаларни тушунадиган бўлар бизга керак. Керак бўлади. Ҳа. Демак, қаранг-да, яна битта саволим бу. Мана ҳозир биз Загребга чиқамиз. Загреб. Шаҳардан чекадамиз. Бу одамлар бу ерда ишласа, қаерда ётади? Bu joylarni hozir borib oxirida shtab bor bizda obshiy shtab natma ichida stolovi hamma narsa ichida usloviyalari yotadigan joy stolovi 2 kishidan 4 kishigacha например bayne saunasi o'zida dushovoy hamma narsasi udobstvosi bor. Borib ko'ramiz yo'lda. Bu bor, polnisda ko'ramiz. Ha. Bo'ldi. Qishda issiq, yozda muzdagina. Do'stlar, biz ketdik, bo'lsam trassa bo'yicha nima ishlar bo'lyapti, hammasini ko'rsatamiz. Keyin esa borib qayerda yashaladi shart-sharoitlari hammasini ko'ramiz. Kimda ish yo'q do'stlar? 100% ni shu yerga kelyapsizlar ishga. Ketdik takto. А брат, по пути көріп келдік, ішлі қызғын берді. Көріп тұрып сұған ішлі. Да. Охырым Москвача келдік. Енді охызылы Москвача келдік, енді дәрші бора версен, бора версен, оны вақтымызан бейор әпімі. Абидилонның количествен әпімі, километрінің көрсаттік. Қасылетінің хозымыны көріп тұрғаныңызда беді. Бізі де Москвете әпті. Har bitta например, etapga ikkitadan uchtadan kranovchi kerak bo'ladi. Kranovchi kerak bo'ladi. Texnikaga bo'ladigan raqibni vaditellar kerak bo'ladi. Tek qarang. Kranovchi. Kranovchi. Kranni boshqaradigan insonlar yana kim? Yana kranovchi traktorlarchi, traktor bo'ladiganlar, buldozer bo'ladiganlar, arablar uchun ekskavator bo'ladiganlar, o'shalar kerak bo'ladi. Agar texnikada misol prava yo boshqa narsalar bo'lmasa-chi? Endi o'sha narsa bizga obязательство. Kerak. O'sha obязательство bizga kerak nimaga deb trudovoy dogovor bo'ladi. Bu yerda например, bir oy, bir yarim oy ishmas, круглый год. То есть получается, например, yozda bunaqangi pogodalarda biz основание полностью асфальт тренингini bo'ladi. А qishda уже biz асфальт qo'yamiz. Qishdan chiqqandan keyin асфальт тренинг bo'ladi. Shunga hozir основно bizga например, texnik bollar kerak. Texnik bollar kerak. Texnik bollar kerak. Tushunarli. Brat, soqqa masalasiga gaplashsak-da. Soqqa masalasi. Nechi pul mana kranovchilar nechi pul oladi? Buni men hozir sizga aytolmayman. Qancha oylik oladi? Ofitsialni nimaga turda o'z dog'or bor.
şu kolatın nöfini bize de şu nasıl obor edigen nöfini ofiste ütüredigen odamlar bu. Odamlar bu. Oşalar nöfini çıkazıp beredi. Telefon nöfini çıkazıp koyamış. Telefon nöfini bilen. Boğlanıp havasını kaplaşaldı. Dostlar telefon rakamını kör yapsınlar. Maştabını kördüyler. Teknikalarını kördüyler. Hozir aslında onu abishat qilganingizda bazaga boramiz. Bazaga boramiz. Bazada ko'ramiz, ha. Qanaqangi yotish sharoitlari, qayerda ovqatlanadi, stolovoylarni hammasini ko'rsatamiz. Xullas do'stlar, ketdik bazaga, bazada hammasini ko'rsatamiz ichidan. Yashash sharoitlari. Atak manga ufa yo'qdi. Bambitski joylar, bu yerda ne to shto ishlash. Shunaqangi jannat vagon yerlarda просто bo'lishan bir YouTube да, мне вот сайт. Конечно. Я бил кеттик базага. Сулло, Раму Рахим, ана. Келдик. Брат, біз осы қайырге келдик. Мана озыр біз база, біз осыға келдик. Бейді, хама техника шейді. İşten kendi hamısı şeyde geledi. Yotok coyam şeyde, stalovimiz hem şeyde, ofisem, rukavosta, hama yok şeyde. Armatürünün seyh. Opşu ayetkanda hele uzun tülde bazı opşu sitesi yeri böyle. Şeride bazı. Udop site şeyde böyle. Bu moşula göre yapma. Bu moşula hamısı razvoskalar. Bollarını oborup işge op kelinedigen razvoskalar. Ve de teknikamız bor. Teknikamızda polnı sanatımı vaditildi. Ama ne kurup durganımızda polnı site. Bəli, öz aslında 30% 40% bu aslında ama obyektdir. Ama obyektdir işte yoxdur. Kim bilan gaplaşsak bolar? Endi hozir bəyə kəlimiz, komendant baza var. Rustam, kakadaşı Rustam o da bir sinat kılıp, hama yolunu düşündürür. Öyle. Ben bana sağlığınızı bir. Gabi yok. Salamu aleyküm. Познакомь ты себя. Меня зовут Рустам. Ого, два Рустама. Я комендант базы АБЗ, а не АБЗ, СПБ, АША. Здесь у нас находится администрация. Дальше диспетчерский пункт. Там, да? Медпункт. А здесь и медицинский пункт есть? Ну, линейная механика, когда выпускают, есть этот врач, через врача медкомиссия проходит. Предвыпускной медкомиссия. Также есть столовая на 120 посадочных мест. В принципе, достойное питание. Достойные проживания. Есть пункт временного проживания. Тоже на 180 человек. Одно общежитие. Второе еще достроили. Третье на, получается, на 48 человек. Третье. Ну, да. Три пункта. Три пункта временного проживания. Можем это все посмотреть изнутри? Да, конечно. Ага. Так, администрацию потом будем все. Ну, администрацию, я думаю, не обязательно, потому что там работа идет, правильно? Да. А здесь как? Два смены работает или одна смена? Да, две смены. Две смены. Да. Днем и ночью. С утра и в ночь, да. Вот этот автобус разводит вечернюю смену. Вот эти автобусы развозкой, да, занимаются? Да. До места работы, до участков людей доставляют. Техника тоже здесь все? Техника на пересменку приезжает сюда. Угу. Здесь меняются специалисты, водители. А сколько вот общая площадь здесь? Не скажу точно. Понятно. Здесь у нас женский городок, обслуживающий персонал, повара, диспетчеры. Они здесь? Здесь проживают. Там, получается, две лаборатории, одна заказчиков, одна наша лаборатория ДТС-овская. Понятно. А, пункт приема пищи. Пункт приема пищи. Давайте заходим, посмотрим. Проходите. А? Вот здесь как раз вот. Verdim ona. Hani şeyde kıtras sağlıyor. Yüz kişi, bir yüz ön kişi. Benim oğlu oturup adına bireminin avukatlarına da. Çıkarlar verdi. Biraz sonra tümörlerdi. Ama tüm ucun yüzünde işlemeyiz. Akuratın içi öyleydi. Şaroyundan çoğuydu. Aha.
do'stlar, bu yer mana shu kuxni desak ham bo'ladi. Bemalol o'tirib ovqat yeyishga, ko'ryapsizlar. Ishlarimiz o'rnida. Вот это здание, да, получается? Да. Условия проживания, в принципе, отличные. Можно сказать, гостиница. Ага. Обслуживающий персонал здесь работает. Все условия все, есть. Все чисто, все аккуратно. Понятно. А это еще строится? Да, это в скором времени запустится тоже. Ага. Пока никто не живет нет, там? Нет. И на втором, и на третьем тоже, да? Здесь никто не живет, там дальше еще одноэтажные у нас есть. А, там дальше. Третий пункт. Угу, понятно. Здесь сейчас люди живут. Да. Можем посмотреть условия? Здесь санузел. Санузел. Burada dostlar tuvalet ama şurada. Здесь душевая. Да, умывальник. Два этажа полностью. Первый этаж и второй этаж. Все комнаты заселены, то есть люди работают. Одна комната, сколько человек живет? Четыре человека. Четыре человека. Да. Условия, в принципе. Достойный. А что, после работы пришел, отдыхал? Вот да, один. Питание. Давайте посмотрим. Шкаф. Иван Тверти от Гунджой. Необходимое для проживания имеется. Все есть. Игрома квадрат Джой. Да. Неплохо. Ведется видеонаблюдение. Ага. В принципе, за всем смотрится, порядок контролируется. Круто. Пожарная безопасность, все пожарная есть. Безопасность, все есть. Энди шоу, мои друзья, это вокшинский. Я хотел бы нашего шарлотлерму курсатти, когда я ткань не знаю, например, мы нашли там какие-то условия. Дальше у степи дям были отражены до более, например, для ремонта или бумага. Но у дамы карат, все кизеки, например, до полосы кризан чужого. А икинчиса, икинчиса раз? Икинчиса. Икинчиса гям, и это же без игры, на это без пустого дома, а для мало кири. А здесь вот какие специалисты живут и работают? Здесь есть и дорожные рабочие. Дорожные рабочие. Мостовики. Специалисты по технике, механизаторы. Техника это экскаватор. Погрузчики, водители. Угу. Каждого там по специальности есть своя комната. А вот, например, слесарь, который ремонтирует. Тоже здесь проживает. Тоже здесь проживает. Все проживают. А цех здесь и как бы ремонтом все здесь занимается. Понятно. А можем сходить посмотреть тоже цех? Можем. Ну, конечно, ама. Сейчас чарует лабор. Вот это, да, вот строится? Так, вот это строится, да, там все занимаются. Пока никто не живет? Нет, там практически закончили, осталось там по мелочи. Вагон дома, тоже проживают. Вот здесь? Да. А тут что? Вот это ПВП-3, пункт временного проживания. Кто живут? Да. Баня. Вот это. По графику, да, люди моются, купаются, парятся. Парилка ямбур, баня ямбур. Место хорошее, спокойное. Да, тишина, природа красивая. Да. Здесь цех? Здесь цех арматурный. А здесь что делается? Готовят вот эти сваи. А, сваи для, каркас, для моста? Каркас, да. Станок, который полностью вяжет их. Угу. А здесь что?
Ремонтная мастерская. Ремонтная мастерская? Да. Функционирует? Нет, пока еще нет. Доделываем. Только доделывает? Да. Практически готов. Угу. Здесь техника ремонтом. Тоже занимаетесь сразу на месте. Это РБУ. А что такое РБУ? Бетонный завод. Это бетонный завод. А, даже бетон вы сами делаете? Да. Свое производство и сам ремонтируется, и сам все изготавливается. Бетон завод там и чудо. И вот все техники. Техника в работе. Еще многие там вдоль дороги, да, работают. Ну, спецтехника на базу не проезжает, колесная проезжает на пересменку. Угу. Так что, специалисты, ждем вас. Думаю, вам здесь понравится. Все условия есть. Да, за условия стараемся. Чтобы все для людей. Спасибо вам большое, Рустам, за экскурсию. Не за что.